В Рязанском Кремле работает выставка «История денег России в монетах и банкнотах» из частной коллекции Владислава Студеникина. Более 500 разновидностей подлинных монет и банкнот, которые были в ходу на территории нашей страны со времен Золотой Орды и по настоящее время, можно увидеть в стенах певческого корпуса до 28 февраля. Заметное место занимают выпуски денежных знаков отдельных городов и губерний огромной Российской империи. Это очень наглядный инструмент, так как любое изменение общества, оно прежде всего отражалось на самом чувствительном, это на деньгах и ценах. И естественно, цены диктовали размер монет, то есть их содержание драгоценного металла. Вот здесь вы увидите, как из маленьких чешуек они превратились в большие, потом опять в маленькие, потом опять в большие, потом стали бумажными. И в конце концов получили золотое обеспечение. Какие ужасы несет в стране гражданская война, здесь очень наглядно представлено, что лучше спокойно жить и поступательно развиваться обществу. Также на выставке можно узнать, чем расплачивались за работу в немецких концлагерях и в советских трудовых лагерях НКВД. Какие деньги выпускала Германия для оккупированных областей Советского Союза и для каких стран Россия сама выпускала деньги. Когда я, наверное, в классе четвертом был, я залез на чердак к себе в деревню и там обнаружил среди прочего хлама екатерининский пятак 1769 года. Он представлен здесь на выставке как первый экземпляр. Вот с этого и началось. А потом, когда я пошел в Рязанский клуб археологов, как-то больше, поближе познакомился с производством денег в Древней Руси. Благо, и музейная коллекция была такая довольно-таки интересная. Ну и почему бы не начать собирать? Надо же что-то было собирать в детстве. Вот начал собирать монеты. Сначала бессистемно, а потом какая-то система пришла, и вот она сейчас вылилась в подобную выставку. Увлечение настигло Владислава Студеникина около 15 лет назад. И с тех пор история бонистики и нумизматики, а также предметное собирательство, как он сам признался, основная страсть его жизни.